Всем привет, ребят. Ну что, донастраиваем второй комп, пока на Тайване открыли уже Clash Раздай. Все-таки официально уже дали нам вот такие вот плюшки. Но честно скажу, плюхи, как я и говорил, реально говняные. Почему я уже говорил, можно было сделать намного больше плюх, намного интереснее, и ничего бы от этого не изменилось. Убрали у нас отсюда героя. Ну, 10 пальцы, 1к кристалликов. Ну, в принципе, такое относительно неплохо. Но хотелось бы, конечно же, получше. Ну, конечно, карта бомбическая. Вот карты именно так. Вот, о, ничего себе. Сейчас посмотрим все акции, что тут есть. Нифига себе. За минимальный донат, посмотрите, дают по 100 коробок. Блин, ну, довольно-таки отлично. Со скинами. Офигеть. Нормальный такой завоз. Я надеюсь, такое же будет на русском. Блин, неплохо. За минималочку реально кайфовые темы, как по мне, падают. Хорош, 350к кулаков. Золото и мана, кто бы сомневался. Ну и плюхи реально был обалденные. Так, что тут у нас еще интересного есть? Истинную веру продают, тут больше ничего. Поехали сюда. Есть найм за 1200. Так, что тут по акциям? Поехали посмотрим, что интересного есть сегодня. Блин, три монитора, так неудобно. Настолочка. Огонь. Пойдет. Пойдет, да очень даже ничего. Фига себе, 10 уже дают за 6. Блин, отлично. Так, это акции, которые были. Поехали дальше, смотрим, что нового интересного добавили. Ну, за вход. Понятно. Такое же, как и на всех остальных открылось. Также есть еще что-то. О, хватаечка, ничего себе. Нифига себе, это что, новая хватайка какая-то, походу? В самом верху 15. Да, новая хватайка. Дофигище, 50к кулаков на халяву. Так, тут, судя по всему, по 20, сейчас посмотрим. Называется, посмотрим. Нифига толком мы не увидим. Ну блин, что нельзя сделать по-нормальному? Ну, судя по всему, 15 коробок, 200 крока, 15 камней за 50, аж дофига. 100 осколков Мэри, 1000 печенек и 10 камней, если я не ошибаюсь. Не знаю, сколько пыльцы, 150, наверное, скорее всего. И тут 1005 самоцветов, наверное. Ну, в общем, вот так вот. Градация сделали, увеличили количество плюх. Блин, неплохо, я считаю. О, отлично, апекс камни. Апекс камни, это тема еще та. Ну, по 200 камешков, я считаю, это реально огонь. Для бездонатов однозначно фармить это надо. Да, я буду, наверное, фармить на всех аккаунтах, если будут попадаться именно апекс камни. Почему бы и нет? Реально потом в прокачке можно нормально натащить за это время. Так, забрать. 200 штук получим. Так, островок открылся. Ничего себе. Островок 5. Тут же самый, ничего не поменялось. Что у нас еще такого интересного есть? Сейчас посмотрим. Я, кстати, таки на немочку не забегал, не смотрел, что там добавилось. Сейчас забежим еще на немку. Ну, блин, новая настолочка, новая хватайка. В принципе, неплохо. Островок у нас остался тот же. Ну и накопление.
Вот это вот за ежедневный донат. Тоже мне кажется, очень даже ничего. Особенно вот эти вот сумочки. Мне на английском сервере однозначно нужны будут. Такс, хорошо, поехали. Вебка вроде лучше начала показывать. Поставил 4К. Вроде повеселей картинка идет, потому что вторая хедашка, конечно, качество не то, но все равно оно в HD искажает и при стриме искажает. Но, возможно, будет получше немножко. Так, что у нас есть интересного? Что у нас вообще на немке есть интересного? Поехали посмотрим. Так, дорого. О, нифига себе, за один самоцветик. Неплохой подгон, я вам скажу. Очень даже ничего, за 300, ну такое себе. За 1100. Блин, может забрать. Два мешка огника все-таки, как-никак, плюс расходники. Сейчас посмотрим, что там у нас. Надо будет, наверное, все-таки подумать, каким это образом дофармить. Наверное, поделать эти и забрать. Плюхи реально огонь. Я думаю, что сквастиков должно подфармить и забрать. Все-таки две сумки огника. Довольно-таки неплохая тема. Так, что тут у нас есть интересного? Карта, понятно. Так, это мы сегодня забрали. Это тоже, по-моему, забирал с утра, да. Больше ничего нового нет. Надо будет, кстати, квастики поделать. Реально забрать все-таки огник. Довольно-таки неплохая тема. Что у нас по осколкам на огника? Надо глянуть. 38 осколков зефира, кстати. Это вам не это. 31. Зефира даже больше собрал, чем огника. Вот так вот. Так, ну монетка, я считаю, очень даже неплохая плюха. Почему бы и нет? Теперь вопрос. Надо дофармить будет квастики. И все-таки забрать. Попробовать, потому что очень-очень соблазнительная тема, как по мне. Надо однозначно забирать. Сейчас попробуем. Попробуем что-то вычудить. Ну, героя я сегодня, кстати, здесь наконец-таки пролетел первый этаж. Добрался до него. И, в принципе, неплохо. Надо, кстати, не забыть зафармить еще на остальных. Сегодня что, у нас уже вторник. Закончится тема. А я не дофармлю. В общем, ну что я могу сказать? Плюхи довольно-таки неплохие. Конечно, к сожалению, нету героя. Героя хотелось бы уже давным-давно, чтобы дали хотя бы тех, которых давали. Хотя бы повторку дали. То есть для многих это было бы плюс, и для новичков тоже был бы отличный подарок. Но, к сожалению, что-то они над этим совсем не думают. Соответственно, теряют аудиторию игры. Но ничего с этим не поделаешь. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в конкурсах, ждите стримчика. Ну, а я постараюсь здесь забрать мешочки огника, потому что надо его будет собрать.
Я надеюсь, у нас это получится. О, отлично, смотрите. Я думаю, очень даже скоро получится. Что за фигня? А там у нас бесплатка была. Думаю, что за фигня? 940. У меня тут ничего нету. По самиках не ничего нету. В общем, будем пробовать. Все, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.